Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с проектом DAV Network и познакомить в разрезе сессии вопросов и ответов, чтобы больше представлять о том, что из себя представляет этот проект. Есть достаточно информации в интернете на сайте Криптомир. Ссылки на сайт, официальный сайт, белую книгу и все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео, так что достаточно средств для того, чтобы вникнуть в суть этого проекта. Для того, чтобы представить, что из себя представляет также проект, кроме технической его части, стоит ознакомиться с командой, с послужным списком, с этапами продвижения к успеху каждого члена из команд, какими навыками, какими достижениями он обладает. Это также позволит получить представление о том, создать мнение о том, насколько проект способен достичь успеха. Мое мнение в том, что это действительно нужный и полезный проект, который ведет команда специалистов, которые могут довести этот проект до положительных результатов и привести к успеху тех, кто будет поддерживать проект на ранних этапах инвестиций, на ранних этапах развития. Давайте познакомимся с проектом в сессии вопросов и ответов для того, чтобы за короткий промежуток времени понять в основных чертах, что из себя представляют архитектура и суть этого проекта. Итак, значит, сначала будет разрез общий, да, о том, что такое проект. Что такое в целом DAV Network? DAV Network – это одноранговая сеть обмена интернет-сетями, в которой используется блокчейн Ethereum для создания сети поставщиков интернет-услуг. С DAV каждый пользователь на Земле может стать интернет-провайдером. Это позволит сделать DAV Network глобальным беспроводным интернет-провайдером и довести интернет до миллиардов людей, которые сегодня не имеют к нему доступа. Какую проблему вы решаете? Команда DAV Network пытается донести интернет до каждого человека. В 21 веке доступ к интернету является основной потребностью, но по-прежнему существует миллиарды людей во всем мире, которые не имеют доступа к интернету. DAV Network работает над понятием, что каждый человек на Земле должен иметь интернет. Это своего рода такая миссия. Как вы собираетесь решить эту проблему? Массивная сеть горячих точек. Каким бы ни были новые типы перевозчиков, например, воздушные шары или беспилотные летательные аппараты, такие решения останутся монополистами. Таким образом, Wi-Fi, вероятно, останется единственным возможной технологией для справедливого и практичного решения. Токен ERC-20 создаст замкнутый цикл стимулов между хостами и пользователями, чтобы создать это как возможность между людьми. Чтобы действительно решить проблему с интернетом, сеть не должна принадлежать никому и функционировать на децентрализованной основе, такой как сеть DAV Network. В DAV Network мы создаем программное обеспечение с открытым исходным кодом, который использует блокчейн, для автономной системы учета, которая управляет сообществом горячих точек без входа. Ну, таким образом, мы видим, что действительно DAV Network взяла на себя миссию реализовать возможность управления своими невостребованными интернет-ресурсами, предлагая за вознаграждение его другим людям. Это могут делать как частные лица, так и компании, что действительно становится интересным бизнесом, да даже не бизнесом, а такой оптимизацией затрат для одних и действительно возможность дополнительного заработка с другой стороны. Давайте поговорим немного о
о токенах. Что такое токен DAF? Токен DAF – это совместимый токен ERC-20 для участников DAF Network и ранних сторонников. Цель DAF – привлечь будущих пользователей нашего децентрализованного приложения, продавая токены DAF, которые будут использоваться для доступа к глобальной Wi-Fi сети и совместного использования данных. Могу ли я торговать токенами DAF? Да, вы сможете торговать токенами DAF после продажи токенов. Как DAF будет использовать привлеченные средства? Средства будут в основном использоваться для создания приложений DAF Network и увеличения общего количества интернет-провайдеров, чтобы обеспечить лучшую глобальную связь. И немного о технологиях, которые будут внедрены в рамках реализации этого проекта. Как работает DAF без интернета? Традиционное подключение к интернету требует проводного или беспроводного подключения к маршрутизатору или модему. DAF использует одноранговые соединения, что означает, что принимаемым устройством не обязательно необходимо подключать интернет-сигнал или провод к маршрутизатору. Приемное устройство просто подключается к одноранговому узлу в сети, у которого уже есть подключение к интернету. Узлами могут быть пользователи с мобильным телефоном, любыми устройствами с поддержкой Wi-Fi или DAF Wave Router. Это создает новый тип интернет-инфраструктуры, который позволяет людям подключаться, когда им нужна пропускная способность или доступ в интернет. Действительно интересное решение вопроса. Зачем использовать блокчейн для DAF? Традиционный подход основан на инфраструктуре, предоставляемой основными интернет-провайдерами, а стабильность и надежность ее зависит от географического региона. Лучшим способом решения этой проблемы является наличие одноранговых соединений, в которых пользователи могут контролировать покрытие, способ оплаты и данные. Таким образом, блокчейн будет решать проблему доверия, скорости и безопасности. Как работает сеть DAF Network. Сеть DAF Network построена поверх существующей инфраструктуры, в которой теряется 38% объема данных. Каждое устройство в сети DAF функционирует как узел и может предоставлять объем интернет-данных. Миллионы устройств в сети следуют тому же протоколу, построенному в готовых смарт-контрактах. Это дает сеть... Это делает сеть доступной и прозрачной. Насколько широка область взаимодействия с DAF? С мобильными устройствами для подключения мобильных телефонов к мобильным телефонам приблизительный диапазон составляет 10 метров для Wi-Fi и Bluetooth. Однако DAF Wave Router, построенным на вершине сети, мы надеемся, что пользователи могут достичь 180-500 метров в зависимости от способа подключения и окружающей среды. Как DAF обеспечивает безопасность при подключении к другим устройствам и сетям? Безопасность – это наш приоритет номер один, поэтому наша инженерная команда разработала несколько функций безопасности, включая двухфакторную аутентификацию, протокол и SMS-проверку для получения дополнительной информации. Пожалуйста, посетите наш технический документ, нашу белую книгу, в которой это все, технология безопасности, описана более подробно. Как люди могут подключаться друг к другу с применением DAF? Загрузите приложение DAF, создайте или импортируйте токен в кошелек, настройте ваш план, нажмите Connect, и опять же все соединения будут анонимны. Пожалуйста, на мой взгляд, вот вся эта информация говорит о высокой степени продуманности этого проекта. Пожалуйста, обратите на него внимание, следите за новостями о выходе деталей о ICO и присоединяйтесь к этому проекту. На мой взгляд, он имеет все шансы на успех. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.